Басня номер 13 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Басни Эзопа. Перевод Л.Н. Толстого. Басня «Лев, волк и лисица». Старый больной лев лежал в пещере. Приходили все звери проведывать царя. Только лисица не бывала. Вот волк обрадовался случаю и стал перед львом оговаривать лисицу. Она говорит, тебя ни во что не считает. Ни разу не сошла царя проведать. На эти слова и прибеги лисица. Она услыхала, что волк говорит, и думает. Погоди ж, волк. Я тебя вымещу. Вот лев зарычал на лисицу, а она и говорит. Не вели казнить, вели слово вымолвить. Я от того не бывала, что недосуг было, а недосуг было от того, что по всему свету бегала, у лекарей для тебя лекарства спрашивала. Только теперь нашла, вот и прибежала. Левый говорит, какое лекарство? А вот такое. Если живого волка обдерешь, да шкуру его тепленькую наденешь. Как растянул лев волка? Лисица засмеялась и говорит. Так-то, брат, Господь не на зло, а на добро наводить надо. Конец басни «Лев, волк и лисица».